Элитный дом с квартирами и пентхаусами по 400 квадратных метров должен вырасти на этом месте, на набережной между улицами Шимановского и Островского. Это будет дом с видом на Амур и площадь Ленина. Вот так выглядит дом в проекте. Три секции, детская площадка, подземный гараж и прилегающая к дому автостоянка. В компании решили прыгнуть и выше потолка, 16 этажа. Для этого обратились в комиссию по правилам землепользования и застройки городской администрации. Для данного вида предусматривалось 3-16 этажей здания. Они хотят построить объекты 20 этажей. И комиссии было рекомендовано главе администрации выдать такое разрешение. Нет пока и разрешения на строительство. Проект должен пройти согласование во многих инстанциях. Поэтому, когда на месте складских помещений воздушные замки примут реальные очертания, говорить рано. Так решил и застройщик, и пока от официальных комментариев отказался. Известно, что весь проект рассчитан на 3 года. А рядом с домом может вырасти и развлекательный центр на месте нынешних кафе и боулинга. Там возможные изменения пока никак не комментируют. Строительный страйк или снос этого здания компания может выбить уже к Новому году. Но и это пока только проект. Жилой дом, если он здесь появится, станет, пожалуй, одним из первых в городе, расположенных настолько близко к парапету набережной. Сама набережная пострадать не должна. По крайней мере, по первоначальному проекту метров 10 для общего пользования останется. О таких домах застройщики говорят вместо «ну очень дорогие», коротко и емко «элитные». Сколько в этом доме будут стоить апартаменты, пока можно только догадываться. Но известно, что на такие виды из окна потенциальные покупатели уже имеют виды. Ольга Канюшкина, Иван Черных, Альфа-Новости.